Для того, чтобы проверить, генератор нужно поставить на переменный ток 200 вольт. Берем обычный мультиметр. Ставим один щуп на массу, второй щуп на желтый провод, потом на белый провод. Ну, не забываем, естественно, завести мопед. Заводим мопед. Проверяем желтый провод. Масса. Показывает там, что 0,5, 0,6. Вообще, минимум показывает. Проверяю белый провод. Тоже показывают на приборах. Вот эти 0,1, 2,1, 2 вольта. Что значит белый-желтый провод? Желтый провод — это рабочее напряжение статора. Она должна быть в районе 12-13 вольт. И белая обмотка — это контролирующая обмотка напряжения статора. Тоже она должна быть до 13-14 вольт. Если она меньше или больше, это говорит о том, что проблема со статором. Многие считают, что если скутер работает, то с генератором все нормально, проблем нету. Дело в том, что у генератора есть два вида обмоток. Одна обмотка отвечает за зажигание, вторая обмотка отвечает именно за приличный дальний свет и габаритные огни. Приобрел новый генератор на 80 кубиков. Хочу показать, в чем отличие нового генератора от старого. Во-первых, ставлю 2000 Ом сопротивления, пробиваю все концы на массу, и видите, оно не звенит. Нигде не замыкает контакты. А если взять старый генератор, то берем, сводим на массу, везде, видите, оно замыкает. И это говорит о том, что где-то что-то с проводкой. Вот белый, желтый и красный провод берем на массу, и все оно пробивает. Тут показывает 195 Ом, но все равно пробитие есть. Если здесь взять красный провод, на массу оно не бьется. Хочу показать показания генератора, годен ли он к работе или нет. Смотрите, мы соединяем красный провод с желтым и белым проводом. И видите, сопротивление показывает 514 Ом. Это, в принципе, вполне классное сопротивление. Сопротивление для свечи должно быть от 350 до 550 Ом. И 513-514 Ом — это вполне приемлемое сопротивление. Индукционный датчик проверяем. Ставим один контакт на землю, второй на контакт. Показывает 118 Ом. В принципе, это тоже приемлемые показания. Должно быть от 115 до 150 Ом. Хотелось просто показать, в чем причина поломки. Где-то перегрела катушка или катушки, что пробивает контакты на массу. И это говорит о том, что генератор уже пришел в негодность. Новый генератор на массу не пробивает. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео не понравилось, дизлайк. Всего доброго. До новых встреч.